На улице Луганской на парковке торгового центра водитель седана уценил кроссовер и скрылся с места ДТП. Момент аварии и приметы виновника зафиксировала камера очевидца. Детали в рубрике «Видеорегистратор». На улице Луганской водитель белого седана неаккуратно выехал с парковочного места у торгового центра. У кого? Вон, вес тут. Сейчас только? Ага. И уехал? Да. Че, уехал? Да. А ты запомни какие номера-то? А у меня засняло все. Она, посмотри, давай посмотрим. С места ДТП виновник на белом седане с госномером У-273ОХ скрылся. Сейчас его разыскивают. На улице Московской водитель Митсубиси сильно испугался юного самокатчика. Подросток резко выскочил на дорогу, но шофер его увидел раньше и остановился. На улице Воровского водитель Hyundai решил проскочить перекресток на желтый сигнал и едва не попал в ДТП. На загородной трассе водитель кроссовера с прицепом не заметил встречный автомобиль и пошел на обгон. С годами себя. Что такое перестроение и правильная парковка, вероятно, еще не знает водитель малолитражки Peugeot. Он решил сделать это из левого ряда. Ты куда, б***ь? Это какой-то. На улице Милицейской водитель фургона очень торопился повернуть направо на улицу Ленина и подрезал машину с камерой. На загородной трассе водитель и пассажир машины с камерой вовремя увидели лося на дороге и остановились. Животное в итоге перебежало дорогу и не пострадало. Лосиха. Вот такая маленькая вообще. Михаил Вагин, место происшествия.